Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вячеслав Шаталов. Я рад вас приветствовать на своем канале. Давно не было видео, поэтому посчитал нужным для вас снять небольшой ролик. Хочу сказать, что монетизацию так и не подключили. Но ждать, я думаю, уже нету никакого смысла, поэтому в ближайшее время начну загружать видео. Возможно, сегодня вечером или завтра утром уже одно из мною смонтированных загружу обязательно. Правда, коза? Да, так и сделаем. Сейчас я нахожусь на ферме Мартинсхоф в Сандвендале-Остербрюкен, так как мы здесь снимали небольшое видео на немецком языке. Для немцев оно было снято. Не знаю, будет ли опубликовано на моем канале. Я никуда не потерялся, много видео я снимал. Мне остается их только домонтировать и начать загружать для вас. Надеюсь, что вам будет интересно их смотреть. Так же, как этим козочкам интересно сейчас смотреть на меня. Даже не столько на меня, сколько на камеру. Меня-то они уже знают, да, с камерой я тут впервые с вами сижу вот так вот. Вот так мы смотримся вместе с животными. Кому интересно. Там тоже любопытные морды смотрят на меня. У нас тепло, весна, даже уже лето, можно сказать так. Будет ли из-за солнца видно? Нет. Ну вот такая у нас природа, погода. Это, пожалуй, все, что я хотел сказать. То есть я хотел сказать именно, что я никуда не потерялся. Видео смонтированы и остальные монтируются. Был я во Франции, был я в Баварии. Тоже снимал видео. Во Франции, к сожалению, не очень хорошие получились. А вот из Баварии я еще не начинал монтировать, но там вроде неплохо. Думаю, что получится. Побывали мы там и на конюшнях, и на фермах с коровами. Посмотрим, что из этого выйдет. Благодарю всех за внимание. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Поеду я домой загружать это видео для вас. До новых встреч и пока-пока.